В зале администрации под председательством главы города Зайнуддина Акмазова состоялось аппаратное совещание актива города, на котором был заслушан отчет за период 2017 года о проделанной работе хозблагоустройством по санитарной очистке, ручной уборке территории, общая площадь которой составляет более 180 тысяч квадратных метров ежедневно. Предприятием проводится также работа по озеленению и текущему содержанию зеленых насаждений, по обрезке и вырубке высохших и старых деревьев в частном секторе и у хозяйствующих субъектов муниципалитета. Также предприятием проводились работы по зимнему содержанию дорожного хозяйства города. С целью выполнения этих работ между муниципальным унитарным предприятием хозблагоустройства и МКУ КХ «Город Хасавюрт» был заключен муниципальный контракт по результатам электронных торгов 2 июня 2017 года. Объемом финансирования 8 миллион 704 тысячи 300 рублей. Работы по саночистке территории городского округа выполнялись ежедневно и качественно. Также между муниципальным унитарным предприятием и МКУ КХ «Город Хасавюрт» по результатам торгов 5 июля 2017 года был заключен муниципальный контракт на озеленение и текущее содержание зеленых насаждений на сумму 9 193 900 рублей. По условиям заключенного контракта муниципальным унитарным предприятием была проведена определенная работа по стрижке живых изгородей, омоложению деревьев диаметром ствола до 50 см в количестве 250 штук. Стрижка живых изгородей составила площадь 47 600 квадратных метров. Также работы проводились по валке деревьев при диаметре ствола до 48 см в количестве 250 штук. Итогов перечни работ около 28 наименований. За 2017 год МОП «Хозблагоустройством» проведены работы по приведению полигона для сбора и накопления отходов в надлежащее состояние, на котором периодически происходило возгорание. В целях ликвидации очагов возгорания на свалке предприятием за счет собственных средств были установлены водопроводные трубы с дождевальными установками. Также были приобретены 2 единицы спецтехники для выполнения необходимых работ. Установлены 4 записывающие видеокамеры, транслирующие в онлайн-режиме обстановку на полигоне, рассказывает заместитель директора МУП «Хозблагоустройство» Зубаир Магомедов. 16 августа 2017 года в связи с ликвидацией ОАО «Спецавтохозяйство» распоряжением главы городского округа город Хасавюрт на МУП «Хозблагоустройство» возложена обязанность по вывозу ТКО, твердых коммунальных отходов, с территории муниципального образования. Притом созданы дополнительные рабочие места, куда приняты работники ликвидированного ОАО «САХ». Управление муниципального имущества администрации город Хасавюрт было передано в аренду предприятию техника в количестве 18 единиц. Также было приобретено за счет собственных средств для работы на городской свалке 2 бульдозера и 2 единицы автомашин ГАЗ-52. В настоящее время на балансе МУП «Хозблагоустройство» находится 28 единиц техники. В целях экономии бюджетных средств, выделяемых на озеленение территории, руководство предприятия планирует построить тепличный комплекс, автозаправочную станцию для собственных нужд, что предоставит горожанам дополнительные рабочие места и увеличит доходную часть предприятия. В завершении отчета Зубаир Магомедов отметил, что предстоит сделать многое для улучшения качества труда, повышения производительности труда работников предприятия и улучшения санитарно-экологического благоустройства городского округа. Заслушав отчет руководством города, было вынесено решение работу предприятия признать удовлетворительной. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».